2 марта. Лед от берега уже отошел от краев. Около моста, наверное, взрывали. Это не точно. Так, тут лайк. Птички рады, что можно в воде что-то добыть. А вот я не пойму, под водой лед или нет льда. Нет, скорее всего, нет. У берегов. Вот селезень там, вороны и чайки. Сейчас подойдем к мосту поближе. Вот вид на реку. А около моста-то доход. Вот так вот затор в центре образовался. Бензины на берегу загромоздились. Льдины ближе к берегу. Так, ну, уровень воды поднялся на метр, наверное, ширины и высоты. Вот место падения. Скалы великую видно между двумя башнями. И никакого не видно течения здесь. Сверху кажется, что вода стоит.